Давно не секрет, что коррупция наносит серьезный вред обществу. Более того, влечет за собой привлечение к уголовной ответственности. И тем не менее, многие все равно упорно пытаются превратить ее в решение любого вопроса, не всегда полностью осознавая всю серьезность данной проблемы. В связи с этим в стенах Казанского университета прошел круглый стол, тема которого коснулась противодействия коррупции и презентация нового учебного пособия, конфликт интересов, антикоррупционные институты и практики в организации. На понимание и найдем средства и сделаем достойное количество экземпляров и раздадим нашим кураторам. Таковых у нас порядка 300 человек и, собственно, рассчитано данное учебное методическое пособие на эту аудиторию для того, чтобы применить это в практике в работе с молодежью. Авторами пособия стали доценты и профессора Казанского университета. Они раскрывают определение понятия коррупция, дают классификацию данного феномена и выделяют ее основные формы. Авторы анализируют последствия коррупции для общества и выделяют основные элементы противодействия ей на современном этапе. Стоит отметить, что к книге открыт доступ каждому желающему, как в печатном, так и в электронном виде. Я думаю, что мы распространим его и в электронном, и в бумажной форме. Что касается бумажных носителей, то это в департамент молодежной политики. А что касается, значит, электронной формы, я думаю, что это будет общедоступно. Мероприятие посетили профессора Казанского федерального и других учебных заведений, представители правоохранительных органов и студенческих объединений. Замечено, что с проблемой борются не только юристы, но и психологи, конфликтологи, социологи, журналисты и многие другие. Это легко объяснить, ведь успешно взять верх над коррупцией можно только объединив усилия. Аделя Шамилова, Руслан Уразаев, Универ Ньюс.